Вот такой сет у меня получился. Сегодня я буду делать крупное украшение, этническое. Это я пока просто собрала на проволочку. В процессе будет видно, что из этого будет получаться. Это украшение я делаю для себя. Ну и вам потихонечку покажу. Так, вот я одела пин. Ну, вернее, камень на пин одела. Так, и тут, наверное, нужно сделать побольше кольцо. Украшение крупное и тяжелое, поэтому я его постараюсь облегчить за счет деревянных пуговиц. Ну и там в процессе посмотрим. Так, вот я. Сейчас посмотрим. Так. Не знаю, куда засунула плоскогубцы. Ну вот, маловато петли сделала. Надо побольше. Ну, оно несложное в изготовлении. Просто нужно приноровиться. Так. Так, ладно, попробуем сделать вот такую. Нет, немножко все-таки отрезать надо. Я редко ношу на шее украшения. И уж если ношу, то это должно быть что-нибудь из ряда вон выходящее для меня. Куда ж я девала? Ой, Господи. Засуну, потом не найду. Так, ну вот это первая будет бусина. Так, следующая бусина у нас будет состоять из трех бусин. Так как видите, у нее какое здесь, поэтому нужно еще одну бусинку вставить. Я бы, конечно, сделала на ювелирный тросик, но боюсь, что тяжело, не выдержит, порвется. Поэтому делаю пинами. Это дело проверенное. Так. Кончились с колечками. Приходится брать такие со шляпками и, то есть, делать лишнюю работу. Делаем колечко. Украшение будет эффектное. Я надеюсь, должно быть.
не как у всех. Что, собственно, я люблю. Так, теперь я беру пластиковую бусину, она легкая. А это бусина Дзи. Еще одну пластиковую. И делаем колечко. Ну вот, собственно говоря, так я и буду собирать. Видите? Ну вот одну сторону соберу, вам покажу, чтобы не отнимать ваше время. Да, единственное, что я забыла сказать. Если у вас вот так горизонтально вот эта петелька, то вот это должна быть наоборот вертикально. Иначе все у вас будет путаться, закручиваться, непонятно что. А так все так же. Делаем колечко, потом берем другую бусину. Ничего тут сверхъестественного нет. Так, ну что же, одну сторону я сделала, теперь точно так же буду делать вторую. А окончание я еще не придумала. То ли сделать вот такую цепь, то ли просто деревянные бусины, но это я в процессе потом посмотрю. Эту часть я сделала. Думала, цепь сделать или что. Но цепь я не люблю на шее, когда цепь. Поэтому сейчас я и облегчу. Ну и так как тут присутствует дерево, я вот это дальше сделаю из деревянных бусинок. Застежки не будет, потому что оно будет 80 сантиметров длиной. Вот. Ну, это все опять так же просто. Делаем колечко, вставляем бусинку. Ничего сложного тут нет. Так. В бусинах отверстия большие, поэтому колечки практически спрячутся туда. Видите, они прям наполовину туда уходят. Вот. И вот так вот сейчас все это дело продлю. Так, ну что же. Вот таким порядком я это все между собой соединила. Ой, руки. Я делала кашпо из бетона и вся перекрасилась. Так, и теперь мне нужно вот здесь сделать. Вот, я уже вот такую сделала. Одну. Нет, не одну, две. Вот они. Вот таких вот четыре штучки я сделала.
и сюда вот закреплю. И будет готовое украшение. Но у меня их будет два. То есть можно будет их носить вместе и отдельно. Но это я вам покажу. Ну что же, мои дорогие, закончила я это украшение. Сейчас буду приступать ко второму. Второе украшение у меня будет на мемори проволоке. Единственное, что я сделала, я взяла и посередине проволоку согнула, чтобы она была не круглая. Потому что я хочу разместить здесь вот такую, элемент вот такой. А дальше будут вот такие бусинки маленькие. Ну что, сейчас буду соединять. Так, ну это я просто на проволоку вот так собираю в таком порядке. А вот сделала я вот такую штуку, но это пока не окончательный вариант. Не очень мне это нравится. Наверное, переделаю. Собрано и второе украшение. Сейчас я вам покажу на манекене. Вот такой сет у меня получился. Пишите в комментариях, как вам. Вот это я буду носить с удовольствием. Это мое. У меня и браслеты есть такие, и серьги, и кольца крупные. Поэтому в самый раз. Спасибо огромное всем за внимание.